для нас сегодня покажет мастер-класс шоу-группа «Фонарь Бот». Итак. Одноклассники. Перед вами шоу-группа «Сатирикон» или просто «Гордость Ольги Сергеевны». Ага, или «Наказание Ольги Сергеевны». Ульяна, не нервируй меня. А, кстати, Ульяна, иди-ка вперед. Вы знаете, Ульяна – это икона стиля нашей группы. Смотря на нее, тоже хочется перекреститься. А мы продолжаем. Неделю назад нашей группе исполнилось 2 года, и поэтому в честь праздника под ваши аплодисменты наш фирменный танец. Своего червя. Бедствие в селе Кирилово продолжается. Теперь неясь покидает ни букет, и даже не сток сена, а свидетели жениха, причем с паспортом. В киреевских ресторанах. У нас есть рестораны? Ну раз написано, значит есть. В киреевских ресторанах гости вместо чаевых просто не доедают порцию. По городу нужно ездить со скоростью не меньше 170 км в час, иначе ГИБДшники догонят и оштрафуют. А с вами была программа Теле. Хелло! До новых встреч! Шоу-группа, и поэтому по созданию пар «Дом 2» нервно будет в сторонке. А наш Сережа все еще в поисках второй половинки. Смотрим. Юль, выходи за меня. Я даже не знаю. Юль, ну пожалуйста, ну выходи за меня. Ну ладно. Отлично! 8 часов утра на заводе, спецуха у Михалыча. Все, давай. Могу. Нам надо расстаться. Ну, хотя бы так.
Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Наши девчонки шоу-группы не исключение. Смотрим! Всем привет! Мы самые клевые девчонки в школе. Все спрашивают: Ульяна, почему у тебя такая тонкая талия? Ответ прост. Я удалила 3 ребра. Одно здесь и одно у Юльки. Да. Аня у нас вообще самая клевая девчонка. У нее парень 20, а ей 14. Будет через 2 года. Просто все ровесники. Тук-тук. Всем пока! Немного о нашем городе. Прогресс шагает по планете. И знаете, что он сделал с нашим городом? Он его перешагнул. А потом вернулся и построил нам гостиницу. Здравствуйте, гостиница Медея, приветствую вас. Здравствуйте, девушка. У вас номера свободные есть? Извините, но, к сожалению, свободных номеров нет. Ну, а если к вам сам Грузик приедет, у вас найдется для него свободный номер? Конечно же. Так отдайте его мне, он к вам все равно не приедет. Дорогой волшебник будет, а можешь мне такое платьице розовенькое и с бантиком вот тут? А можешь лучше мозги? Можно мозги, но только вот тут, рядом с бантиком. Снова про любовь. Юля, я тебя не люблю. Ладно, давай найдем компромисс. Я тебя не люблю. Ладно, сколько? Дура. Я беременна. Ты больная? Да. Врачи сказали, что мне нужно 5 миллионов евро. Или просто быть с тобой. Так, все, хватит. Зачем все усложнять? Ну, а ты что думал? Сказали разошлись? Ну, так же неинтересно. Ну, пожалуйста, ну, давай, поругаемся. Ну, пожалуйста. Итак, случай в кафе из нашего города. Здравствуйте, девушка. Вы что-то заказывали? Да, можно мне пасту, пожалуйста? Девушка, суп у меня был дома чистый. Вообще-то паста – это вареные спагетти. Чем только люди в городе Киреевске зубы не чистят. И люди тоже в нем замечательные. Ага, особенно когда ведут себя как голуби. Симчики, симчики, симчики! Симчики, симчики, симчики! Симчики, симчики, симчики! Ну чё ты, чё ты? Ну чё ты, чё ты? О, фотограф! Маша, 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 Маша! 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 Самая амбициозная, целеустремленная и непобедимая шоу-группа «Сатирикон». Запомните нас!